Сейчас уже пятый час. Мы пришли с Александром на пляж. Владислав был на пляже, но уже назагорался, накупался и пошел домой. А мы еще решили остаться на часок, чтобы принять воздушные ванны. Смотрите, сколько народу. Сейчас не видно, но мы подальше. Подальше здесь от людей, чтобы в толпе не сидеть. И мы сегодня очень хорошо прогулялись. Оля позвонила. Спасибо вам всем за комментарии, которые вы оставили к ее видео. Очень-очень приятно. Она рада, что вам нравится ее видео. И что я хотела сказать? Да, хотела ответить на один комментарий. Песочек такой прям. На один комментарий. Что для кого-то не интересен наш отпуск, как мы его проводим. Я это вполне понимаю. И вот мы тоже с сестрой старшей обсуждали тему счастья. И пришли к такому выводу, что счастье для каждого оно разное. Мы все такие разные. Кому-то в отпуске нужны красивые, мне там написали, отпуск — это красивая одежда, бижутерия, постоянные выходы, экскурсии, рестораны, обязательно ничего не готовить дома, это настоящий отдых. Да, если вам это доставляет удовольствие, это, если это не навязанное, если это по-настоящему ваше, то есть вы чувствуете, что вам от этого кайфово, что вы это по-настоящему любите, то есть это вас не заставили социальные сети или вообще какое-то мнение социальное, вот отпуск, это значит так, если вам это нравится, то это по-настоящему ваше. Другие подписчики мне написали, что для них настоящий отпуск, настоящее счастье — это вообще не одеваться, забыть про косметику, забыть там про все на свете, а просто быть, можно так сказать, натуральным дикарем, делать все, что хочешь, спать сколько хочешь, питаться так, как хочешь. А для нас с Александром счастье — это вот быть в нашей квартире, чувствовать себя хозяевами, потому что в настоящее время мы очень долгое время уже живем в казарме. И, не знаю, быть вместе, потому что у Александра такая работа, постоянно он уходит. У Владислава тоже отпуск, то есть возраст, когда он в основном один. Вау, сейчас мяч ко мне прилетит. Дориан, не за что. Что, в принципе, у него сейчас такой возраст, когда он любит быть со своими друзьями. Как я его называю, возраст отшельника, наверное, одиночества, когда он с родителями общается. Но вот когда мы вместе, все здесь в маленькой квартире, нам очень удобно, комфортно, и мы сближаемся. И поэтому для нас счастье не рестораны, мы вообще в них можем не ходить, они нас не притягивают совершенно, а вот находиться вместе, находиться в расслабленном состоянии. Самое главное, мои хорошие, что я здесь все болтаю, вы поймите, что по-настоящему важно, ваше. Знаете, приведу пример одного человека, который заболел онкологией и уже уходил из этой жизни, а всю жизнь он был достаточно депрессивным человеком. И когда его, когда уже все, уже последние там часы, он вдруг пришел к выводу, что он всю жизнь, он думал, что он несчастный. Всю жизнь он думал, что он несчастный. А потом к нему в голову пришло, что, оказывается, он был счастлив. Просто это вот состояние такое, как для кого-то очень глупая депрессия, а для него это был, была его жизнь, счастье. Он говорит, а мне было так хорошо, я так хотел. И вот мы очень долго со старшей сестрой разговаривали на эту тему. Для кого-то это глупость, а для кого-то это счастье. Одеваться как попало и быть счастливым. Для кого-то наоборот, нужно постоянно шик, мода, и они счастливые. Если вы не подражаете себе и чувствуете, что это ваше, тогда это по-настоящему ваше. Будьте самими собой и живите так, как вы считаете нужными. Я так думаю. Как вы думаете? Напишите в комментариях.